Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Райм, и со мной сегодня Юни и Влад. Поздоровайтесь! Здорово, кенты! Привет, на связи, я Влад. Отличное начало, и сегодня мы с вами будем отгадывать ютуберов, которых вы 100% всех знаете. Поэтому, кстати, давайте сначала начнем с Влада, потому что мне очень интересно проверить, насколько много людей его уже отгадало. Тоже интересно, давай, погнали. Ваш персонаж Джин? Что? Нет. Кто это вообще? Акинатор. Это он. Ваш персонаж человек? Ну, в принципе, да. Ваш персонаж видеоблогер, да. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт. Ну, частично, да, можно поставить. Ну, кстати, частично, в принципе. Ну, его знают больше как Майнкрафтера, поэтому, наверное, все-таки да. Ну, ладно. Ваш персонаж имеет красно-синий окрас? Нет. Нет. Только синий. У вашего персонажа больше 1 000 000 подписчиков на Ютубе. Пока что нет. В будущем, да. Но это в будущем, пока что нет. Ваш персонаж казах? Даже не знаю, ну вроде... Нет, он бобр! Он бобр! Коричневый, подождите-ка! Да, опа! Да. О, это уже близко, давай, да? Ваш персонаж связан с программой... Вокалоид? Что? Нет, я не пою пока еще. В-Л-А-Д. Да, 4 буквы. Да, В-Л-А-Д. Опа! Наконец-то, этот персонаж похож на животное. Вообще прям везде, и в жизни, и в Майнкрафте. Все про меня. Синяя одежда, да, да, да. О, эту фотку делал я, кстати. Да, это фотка была сделана Райми. Я там тоже была и кривлялась на фоне. Да, ты упала в грязный снег. Я там был чистый. Да, это вазочка, и тебя отгадали уже 823 раза. А было сколько? А было вообще 190. Отлично, отлично. Продвигаем Влада в Акинаторе. А теперь давайте-ка попробуем отгадать Руню. Потому что в прошлый раз мы про нее не то чтобы забыли, но не отгадали. Поэтому давайте исправим это сейчас. Ваш персонаж Джин? Нет. Да, она человек, но скрывается под кроличьей маской. Женщина. Однажды она меня так обманула. Она женщина. Ваш персонаж знает вас, но лично меня, но да? Вы... Но тот, кто но угадывает, нет, типа. Поэтому нет. Ну, да, значит, нет. Ваш персонаж певец? Nope. Нет. Ваш персонаж выступает голым? Я таких подробностей не знаю, поэтому, скорее всего, нет. Ваш персонаж существует в реальности? Без понятия, а как это угадать? Да, существует. Ну как Вика существует, ну как Руня. Да я же существую, и она существует. Ваш персонаж когда-нибудь рожал детей? Вроде пока что нет, или мы опять чего-то не знаем. Ваш персонаж связан с компьютерными играми? Конечно же, да. Знаком ли ваш персонаж с Эдисоном? Нет, ну лично нет, вроде как. Или опять же мы чего-то не знаем? Ваш персонаж известен благодаря стримам на Твитче? Твитче нет, к сожалению, нет. Связан ли с игрой Майнкрафт, это точно. Ваш персонаж много ест? Да. Да? Не-не-не, у нее сейчас диета. Даже меня не знаю. Да, не знаю, типа, но она сейчас занимается спортом, так что нет. Имя вашего персонажа состоит из 3 букв? Нет. Ваш персонаж показывал свое лицо на Ютубе. Да, она стримит с вебкой. Нет, что? Да. Но у нее был ролик, то, что была с вебкой, но потом она его удалила. Так что я не знаю. А, да, я даже не знал. Ну, допустим, я не знаю. Ваш персонаж входит в маски. Да, он входит в маски. Ваш персонаж живет в лесу? Нет, какой еще лес? Ваш персонаж серого цвета? Нет. Имя вашего персонажа состоит из 4 букв. Да, Руня. Руня, да. Да, Руня. У вашего персонажа зайчьи уши. Да, уже близко. Кстати, меня вы быстрее угадали. О! Руня! Отлично! 6000 раз! 6000! Фига она, медиагигант! Серьезно, блин, я не знал, что так много! Ну а теперь, ребята, как вы можете заметить, к нам присоединился Бен, который будет сейчас угадывать персонажа. Мы совершенно не знаем, кого он может угадать, поэтому давайте начнем. Так, ну что ж, ваш персонаж Джин? Да, отлично! А кого мы угадываем, подождите? Мы не знаем, в этом-то и прикол. Ваш персонаж женщина? Нет, кажется, Акинатор загадал сам себя. Ваш персонаж... А вот это шутку! Ваш персонаж видеоблогер? Нет, окей. Ваш персонаж с усами? Нет. У вашего персонажа 2 руки? Что? Кто еще получается? Я даже не понимаю. Ура!
ржет. У вашего персонажа два глаза. Без руки, без глаз. Это пират, это пират. Походу. Можно ли потрогать вашего персонажа? О. Ваш персонаж избирался в президенты. Это у нас президент без руки и без глаз. Это президент-пират? Ваш персонаж имеет отношение к изумрудному городу? Что? Ваш персонаж надел амулет, одержимый демоном? Я уже... Что? А почему один глаз? Потому что у него шрам на глазу. Ладно. Секунду, подожди. Ну-ка, уточни. Бен, это ведьмак? Реально? Что? То есть все это время его главной целью был изумрудный город? А еще он избирался в президенты. Что? Ну, Кайл Морхина может только максимум. Ой. Что? Юни! Юни, господи, что это? Это не... Да, да. Ну, а теперь, я думаю, можно уже перейти к нормальным ютуберам, без Бена. Ребят, если бы вы хотели, чтобы мы записали... Секунду. Ребят, если бы вы хотели, чтобы мы записали... А у Лёни на этом ролике доберется 20 тысяч лайков? О, отлично! Он даже не дослушал. А у Лёни будет 2 миллиона подписчиков? 3 миллиона будет? Спрашиваешь, еще конечно будет. Да, 3 миллиона, говорит, будет. А у меня будет 3 миллиона подписчиков? А у Влада будет 3 миллиона подписчиков? У Влада будет 2 миллиона подписчиков? Миллион подписчиков? Проси про 5 миллионов. А 5 миллионов у Влада будет? 6? 7? 8? 10? 100? 10? Ну все, пошел, убираем Бэ, угадываем ютуберов, погнали, ребят. И, ребят, если бы вы хотели, чтобы мы записали отдельный ролик про то, как Бен отгадывает кого-нибудь в Экинаторе, обязательно пишите в комментарии и, конечно же, ставьте лайкосики. Ну а теперь мы загадываем пози. Нет! Да. Ну, ваш персонаж Джин. Нет! Нет, не Джин, вроде как. Да, человек. Ваш персонаж девушка, женщина? Нет. Хотя все еще неизвестно. Ваш персонаж видеоблогер? Да, видеоблогер. Блэбри. Стал ли он знаменитым благодаря компьютерным играм? Да. Имеет ли отношение ваш персонаж к стендов? Чего все до него докопались? А, я не знаю, нет. Да. Да? Да. Я не знал. Да. Играет в Roblox? Да. Во все yes. Ваш персонаж носит ящерицу на плечи? Вроде нет. No. Играет ваш персонаж в Dead by Daylight? К сожалению, нет. Но... Я играю, ребят. Ну, вроде как нет. Ваш персонаж школьник? Нет. Ваш персонаж снимался на канале Леди? Вроде как нет. Как собака, может? Вашего персонажа одежда фиолетового цвета. Так она... А, ну да. У него же основные цвета на канале фиолетовые. Да. Ваш персонаж знаком с Тайлером Пози. Что? Что? Я не знаю. Я не знаю. Каркает ли ваш персонаж? Нет. Это не Данкар. Есть ли у вашего персонажа борода? Yes. Ну да, в принципе есть. Играет ли он в Roblox? Yes. Да. Сразу отгадал. Долго. Сколько? 1 500 000! 1 500 000? Охренеть, вот это круто. Я удаляю канал, если у меня не будет 1 500 000. Попрощаемся с ним. Ну что ж, следующего я предлагаю загадать. Давай компота. О, точно, давайте компота. Ваш персонаж Джин? Нет. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт. Естественно, только с ней связан. Есть ли у вашего персонажа борода? Нет, нигде причем. Ваш персонаж снимал видео об Экинаторе. Кстати, нет, 100% нет. Ваш персонаж имеет красно-синий окрас. Что? Все, да. Да, есть напарница у вашего персонажа. Напарницы у него нет. Ваш персонаж из рода Романовых? Да, он же Роман. Ну, Роман, но он не из рода Романовых, поэтому нет. Частично. Имеет ли отношение этот персонаж к цветку? Нет, оно, видимо, думает о Фиксае. Это не Фиксай. Ваш персонаж из мультика «Как приручить зомби»? Нет. Что за мультик? Кстати, да, звучит как какой-то ролик на Ютубе. Ваш персонаж играет в Roblox? Нет. Ваш персонаж живет в кузнец?
краски? Не знаю, нет, скорее наверное. Скорее всего, нет. Есть ли в одежде вашего персонажа что-то красное? Да, ведро. Ведро. Связан ли он с работой на ферме? О, да. Да. Ваш персонаж снимался в сериале «Просто добавь магии». Да что? Нет. О чем идет речь, я не понимаю. Нет. Ваш персонаж выращивает морковь? Ну... Он же фермер. Ну, возможно, частично. Или я не знаю. Он выращивает. Угадал. Это компот. Ну-ка, сколько? 400 тысяч раз. Довольно-таки круто. Как-то... Почему Пози больше? Потому что Пози на Ютубе больше намного. Так, ну что ж, теперь попробуем отгадать Домера. У вашего персонажа больше 1 000 000 подписчиков на Ютубе? Да, да, вроде. Больше. Ваш персонаж ассоциируется с фиолетовым цветом? Нет, это не я. Он же бело-черненький. Ваш персонаж... Имя вашего персонажа... Что? Что, 5 букв? Имя вашего персонажа состоит из 5 букв? Да! Да! Что? Какой оранжевый? Нет! Какой инженер? Нет, он не инженер! Не красил он волосы в зеленый! И не из видеоигры он! И не был он в фильме про динозавров, ё-моё! А вдруг он был в фильме про динозавров? Анди Гривер Шоу, он, наверное, снимал когда-то. Да. Лицо на Ютубе, да. Да. Да, белый капюшон. Красное платье. Да, наверное. Красное платье и белый капюшон. А как они узнали? Нет, он не носит красное платье. Какие шипы? Никаких шипы. Троллингом занимается. И да, это Сережа Домер. Не понятно, а почему тут футболка, а не красное платье? Да, я тоже не понял. Ну, он был отыгран 17 тысяч раз. Тоже довольно-таки неплохо. Отлично. Ну что ж, ребятки, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Райм, Юни и Влад. Всем удачки и всем пока-пока. А еще и Бен с нами был, конечно же. Да, все, пока.